что ж, дорогие друзья, всем привет! И сегодня мы отправляемся в очень-очень увлекательное путешествие. Оно непривычное для данного канала, очень сильно. Ну а сейчас мы проведем последние настройки по звуку и будем начинать. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данелли, и сегодня у нас приключение очень странное. Оно связано со вселенной World of Warcraft. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Если что, пишите мне, пожалуйста, в чатике. Я буду читать, наблюдать и следить за тем, чтобы все было хорошо. А мы отправляемся на Драконьи острова. Да, ребята, это случилось. Мне подарили на Новый год, правда, чуть раньше Нового года. Мне подарили World of Warcraft, Dragonfly. Даже не представляете, насколько я этому счастлива. И, как видите, я уже создала дракона. Драконида, по-моему. И прошла первые задания, сюжеты. Начальные локи. И сегодня мы просто вместе отправимся в продолжение этих приключений. Выполнять. Не знаю, как вообще это все происходит. Я в полнейшем шоке. Мне подарили Epic Edition, в котором маунт, питомец, трансмут, стиль телепортации. Я до сих пор вообще просто в шоке. Так, буду периодически поглядывать на экран, чтобы посмотреть, все ли хорошо. Ну что ж, желаю нам всем удачи во всем этом. Значит, какая тут суть? Мы уже прибыли на Драконьи острова. То есть вот начальный запретный край, мы в нем уже все прошли, мы оттуда ушли. Мой персонаж за Альянс. Не бейте так у меня, да. Я бы уже 100 лет не играла за альянсовскую сторону, но решила, что здесь надо пойти за Альянс. Ну, у нас есть заданчики, мы их сейчас будем проходить. Вообще, я очень давно в Warcraft не играла. Так что будем пытаться. Будем все пытаться проходить и играть. А так, без предназначения. Всегда рада помочь. Ты помогла не только когтю Этриэти, но и всему лагерю. Так. Дайонис Ака. Сейчас настройки со звуком. Что если вот так вот мы сделаем? Добро пожаловать, друг. Так лучше. Настройка звука, пожалуйста, помощь. Так лучше? Или еще тише? А очень трудно, когда так не получается настроить все с первого раза. Будь осторожнее, друг. Еще тише. Чистого неба и легких дорог.
на 50-ку. Так, лучше? Все? Тебе здесь рады. Так, новый смысл жизни — это больше события. Чистого неба и легких дорог. Тут кое-что уже произошло. Так, тебе нужна работа, пробудительница. Я представляю консорциум ремесленников, новую торговую компанию. Мы помогаем умельцам и клиентам находить друг друга, обрабатывая заказы через нашу сеть. Драконья экспедиция заказала партию зачарованных орудий для добычи руды. Хотим испытать его перед тем, как передать заказчику. Если ты с нами поможешь, мы еще в долгу не останемся. Всегда рада помочь. Конечно, я помогу. Куда я денусь? У нас несколько заданий сразу. Так, выкопайте вулканический желоб. Так, купите записки археолога об артефактах у каталогизатора Джейкс. Да куда еще тише-то? Так, хорошо со звуком? Так, нормально подойдет? Чем могу помочь? Так, какие записки? А, вот это надо купить. Идеально. Спасибо большое за настройку звука. Вы очень мне помогли. Море знает все ответы. Так, купили. Прочитайте записки археолога. Что они делают? Отмечают сокровища на карте берегов пробуждения. Это значит, мы будем видеть все сокровища. День добрый. Финансирование охоты за кровищем. Когда Тоди Налейдея определяет место нашего постоянного лагеря, мы вместе с ними и с Райанной отправляемся туда. Ты тоже приходи, посмотришь на наш каталог. Ветра, твои паруса. Теперь артефакт отмечен на твоей карте. Удачная охота за сокровищами. Да, я как бы успела этому персонажу прокачать археологию. Ну, просто купить ее. Археологию, и теперь мы будем, видимо, такие задания периодически делать. Куда подевался Гневион? Не знаю, это же самое первое задание. Дай-ка подумать, что можно сделать. Я всегда рад. Замечательный новичок в начале путешествия. Я бы с радостью поприветствовала вас, как подобает, но часовому такому не учат. Сендрекс указывает настоящую позади башню. Обратись к послу Фастразу в гостевых покоях. Возможно, он поможет тебе все прояснить, пока не прибудут драконы. Только ступай осторожно. Когда я его в последний раз видела, он выгребал из посольства обломки. Спасибо за подписочку. Помогите послу восстановить посольство. Рад, бывшие соперники так, вместе руководят экспедицией. Так, а где посольство-то? Где именно? Да. А, это вот эти развалины. Ордаяне сопровождавали с давних времен. Ну ладно, пойдем посмотрим. А, тут все уже на драконах бегают. И даже дальше, и даже и больше. Приключения. О. Одни знания, тоска зеленая. О-о-о. Почему бы не починиться? И не продать всякие ненужные хламы из рюкзака. Это мы умеем. Накапливать хлам. Входи, почётный гость. Хорошо, хорошо. Посмотри, что еще. Так, задание есть. Гость из драконьей экспедиции. Вот руководство по всем достопримечательностям посольства. Правда, они сейчас не в лучшем виде. Книжечка. Так, цифры на обломке журнала посетителей посольства указывают на то, что этот толстый фолиант всего лишь самый новый из череды остальных. На каждой странице изящным почерком вручную написана анкета, которую посетителям предлагается заполнить. Начать заполнять. О, первую колонку просят вписать ваше имя. Лучшая подруга Гневиона, Лорна, настоящая королева драконов, хранительница жизни. Айлорна. В средней колонке просят записать время прибытия. Написать сегодняшнюю дату. Завтра. Не очень отдаленное будущее. Как только смогла. Именно тогда, когда нужно. Сегодняшнюю дату. В последнюю колонку надо вписать цель прибытия. В составе драконьей экспедиции. Счастье после стольких лет увидеть новые записи в журнале посетителей. Да. Что дальше? Здесь я уже камень возвращения поставила. В случае чего сюда-то телепортироваться будут, понятное дело.
Так, да-да-да-да-да, это я все увидела. Что за камень? Прочитайте обращение к гостям. На каком языке Королева это? Королева Алекстраза прекраснее любой статуи на драконьих островах. Да, конечно. Добро пожаловать, друг драконов. Да наполнит путешествие по драконьим островам твою душу покоем, уверенностью и любовью к ближним. В странстве по островам размышляй о... Эта часть откололась. Помни о наших клятвах Азероту. Их олицетворяют камни клятвы у престолов каждого рода драконов. Мы просим тебя... Это тоже отвалилось. Во имя жизни и Азерота. Алекстраза, хранительница жизни, королева драконов. Ну-ка. Так, и чего дальше? Зажгите жаровню родства. Да где? А это в обратке? Внизу? Такой маленький Какие дракошки тут у вас? Я, наверное, хочу синий. Я его, кстати, еще ни разу не видела. Ну, хотя бы у кого-нибудь есть? Интересненько, интересненько. Так, а как мне ее зажечь? Просто подойти и нажать? Пусть этот огонь снова ведет мирных жителей Азерота к нашим берегам. А дирижабль взлетел, как только мы приплыли, или что? Так и надо, наверное. Так. Ну, дальше я хочу воспарить к небесам. Я теперь это обожаю делать, но жалко, восстановление очень долгое. И выполнить сразу те задания, которые вот здесь вот у меня накопились. Вот. Что ты от меня хочешь? Эти способности с накапливанием. Я тут, мне все нравится за драконов. Мне все нравится. Драктир. Почему я дракониды их называю? За драктира. Какие способности? Ну, типичные драконы, не крутые. А что тут нужно? Выкопать вулканический желт. Классные кирки. А можно мне такие на дачу, пожалуйста? Я не против бы так быстренько что-нибудь копать. Много игроков всяких. Убейте изначальных элементалей. Да, пожалуйста. Остужайся, остужайся. Непривычно, что есть способности, которые работают двояко. У меня первая способность — живой жар. Если я зажимаю Alt, то эта способность работает как хилка. А если я ее не зажимаю, она работает просто как атака. О, все, выполнила. И тех выполнила. Это питомец? 25 уровня? Питомец. Что у меня по питомцам? Первый. Сортировка, уровень. А, вот, 25-й. А кто это? Искринка, это элементаль. А вспомнить бы, кто кого бьет. А, вот. Я не помню. Так, механика, гуманоиды, водный. А водный кого? Магический. Нет, элементаль это. Ну давай водного поставим. Аспид у нас механический, магический. А это кто? Тип. А, это был чайный урок. Это по отношению к нам или что? Я запуталась, я 100 лет не делала ничего из боев питомцев. Видимо, нет. Промо. Ой, как я это дело не любила, я вспомнила.
Я вспомнила, за что. Так, мне главное тебя поймать. Сколько я тебе сейчас нанесу? Две... О, нормально. Давай, давай, давай. Тебя можно увидеть? Давай. Кидай. Ты чего? Надо было не хилку делать, а ловушку. Да что такое? Ты чего? А ну-ка ловись давай. Yes! Поймала. Ну, а с остальными все просто. Погоди. А, летающий к водным? Как это? Надо бы табличку посмотреть. Кто кого сильнее бьет. А где лягуха? А, она в болоте засела. Приятные способности какие. А, я меняю на вторую эту осу. Храмовая муха? Это муха? Да это оса. Так, и остался кто? Аспид. Кстати, этой лягушки у меня тоже не было. А, там одного питомца за битву можно поймать. Точно. Я решила, что искренне не важно. Я еще и вообще серого питомца поймала, да? Сколько тут? 36? 241. Давай. О! Тихо. Живи. Yes! Я что, вообще серого поймала? Я забыла, что тут еще вообще-то есть... Да, вот эти вот. Какой ты? Ты обычный. Самый обычный. А это вообще где-то... Да, обычно вот рамочки никакой нет. Ну да ладно. Пусть будет. Первый раз. Спустя столько месяцев. Или года. Не знаю, сколько я в WoW не играла. Так, сколько еще? А, еще два камушка нам пробить. Пять. И вон шестой валяется. Барон Пепловетов. Нам его тоже нужно бить. Ну ладно. Он тоже интерактив летает. И то же самое. Ну, те же самые задания выполняет. Здравствуйте. Я тебе вначале вот так. Потом я тебе вот так. Потом тебе. Так. Этим. О, я не думала, что я его добью эту атаку. Изначальное ядро. Вот синий. А, стой! Я дай синего дракона. А какого ты уровня была? 70-й. Ладно, я 60-й. Но я надеюсь, что не так долго мне до получения драконов. Ну, вот этих личных маунтов осталось. Разумеется, как только создала драктиры и появилась возможность, я скупила всех маунтов у драктиров. Ёлки, зелененький тоже прикольный. Кого бы выбрать на будущее? Чем могу помочь? Проверка качества. Спасибо за помощь. Да-да. Будь осторожнее. Доставлю инструменты. Мне нравится, сколько тут золота за задание дают. Много. Так, вначале там сдадим. Орда. За драконью экспедицию воевода Лютареса дает вам честь. 25 золотых. Когда-то это были такие деньги. Ноль глав из одной. Добро пожаловать. На так ужасный беспорядок. Я в посольстве уже намного чище. Айлорнар.
все такие трудолюбивые, тогда мне надо срочно с ними познакомиться. Чувствуй себя. Первая серьезная задача. Сендрикс явно озадачена. Никогда не видела, чтобы мажордом опаздывала, особенно так сильно и на такую важную встречу. Странно это. Могу выпустить сигнальную ракету, так драконы поймут, что вы прибыли, и сразу примчатся вас встречать. Правда, мне еще не приходилось подавать аварийные сигналы. Убедить Сендракс запустить сигнальную ракету и оповестить драконов о вашем прибытии. Я всегда рада помочь. Я думаю, нас сейчас отправят. Запустить сигнальную ракету, чтобы известить драконов о вашем прибытии. Нас учили, что ракеты нужно запускать только в крайнем случае. Но сейчас как раз именно такой. Я думал, нас отправят драконов искать. Вот, мажордом Силистра скоро прибудет. А мажордом лично откликается на каждый призыв о помощи? Да, в трудные времена королева Алекстраза едва ли доверяет кому-то больше. А вот и они! А-а-а. Невероятно! А, как громко-то! Огневён. А, посмотрите, кто у нас здесь. Ракета нужна, чтобы не допустить самого худшего. Что случилось, кадет Сендракс? Мажордом, наши гости хотели познакомиться, и я подумала... Ясно. Меня здесь не было не просто так. Наши древние враги Джародины снова затевают войну. Кто? Застава Драконьего Сердца уже пала. Мы снова встретились. Ну что, Элорна, что скажешь? Как насчет драки вместе с твоими новыми знакомыми драконами? Честно тебе скажу, что так ты быстрее всего добьешься их доверия. Да пожалуйста, черные нет все равно никакого выбора. Это первый дракон в виде лисенка, которого я вижу. Ничего себе. Я служу королеве. Жаль, что у нас нет времени на любезности, но не каждый из нас обладает даром Хронорм. Я Силистра, мажордом королевы драконов Алекстраза, хранительница жизни. Королева просила передать свои искренние приветствия и отвести вас к ней в омут жизни. Но, боюсь, мы не можем сразу туда отправиться. Сначала мне понадобится помощь. Джародины, не наши древние противники, пробудились и под земли уже успели напасть на ближайшую заставу. Соперник. Как-то все интересно-то. Как мне помочь? Да благословит тебя королева. Кадет Сендракс, проводи героя к командиру Литанаку у заставы Драконьего Сердца. Помоги с эвакуацией дракончиков и раненых. Опять дракончиков спасать? Да, мажордом. Мы с Гневионом атакуем с воздуха и не дадим Джародинам выйти из крепости расколотой чешуи. Лучше поспеши. Не хочу, чтобы бой закончился до твоего прибытия. Не вступай в бой, пока дракончики и раненые в опасности. Остальным гостям придется подождать здесь, пока вокруг посольства не станет безопасно. Ну вот, все веселье пропущу. Хочу посмотреть, как мы она обратится. Мы не двинемся дальше, пока все здесь не изучим. Каждый из нас должен исполнить свой долг. Крылом или когтем мы это сделаем. Вот это да, можно мне просто так же вот превращаться? О, я могу чем-то помочь. Джародины пробудились. Плохо дело, Лорна. Радостно, Бог. О, 61-й уже? Я всегда рада помочь. Я знаю о Джародинах только по книгам. Это древние враги драконов, могучие великаны, которым подвластны силы земли и лавы. Они не успокоятся, пока не истребят всех драконов до единого. Сендрикс хмурится, смотря вдаль на очертания вулкана. По словам моего инструктора, Джародины исчезли вместе с драконами, уснув глубоко под землей. Если они пробудились, дракончики на островах в огромной опасности. Идем, я отведу тебя на заставу Драконьего Сердца и к командиру Летанаку. Пойдем. Пойдем. Куда идти? Мы отправим экспедиции в каждый уголок островов, когда будет безопасно. Безопасно? Так неинтересно! Синенький, стой. Дай посмотреть на синенького. Да стой, куда? Куда ты полетел? Так, а мне куда идти-то? Куда? К кому точнее? А, вот к этой? Тут
черный виш затык. Добро пожаловать. Веди меня к заставе. Острова. Уходим. Застава драконьего сердца близко. Вот этот красный протодракон. Меньше всех, я даже не знаю, кто мне нравится из драконов. Может быть, желтый. Легендарные джародины – самые грозные враги драконов. Они были могучими и жестокими, и в древности убили множество драконов. Когда драконы ушли, и острова погрузились в сон, уснули джародины. У меня по спине какие-то мурашки, похожие на пандарианские бумажки. Когда Пандарию проходила, что-то знакомое прям видно. Но сейчас сама Земля пробуждается и наполняется жизнью. Она не перестанет нас восхищать. Да. Дракониды, не смыкая глаз, оберегали эти камни. Символы силы драконов. Возвращение джародинов раскроет предел наших сил. Но мы справимся с этим испытанием. Командир Летанак, кадет Сендракс с союзником явилась по приказу мажордома. Какой он большой! Ну, в смысле, по сравнению с ним. Ничего себе, мужчина. Бойцы святилища на страх. Готовность к службе. Сейчас нам пригодится любое подкрепление. Захранительница. Ага, два задания. Сейчас нам не хватает сил, чтобы отвоевать заставу, но без боя мы не сдадимся. Покажи им, что наши зубы все еще остались. Возвращайся с докладом. Так, спасибо, дракончиков. Они напали внезапно, мы даже не успели отреагировать. Моя стража сдерживала изо всех сил, пока мы помогали скрыться малышам и тем, кто без помощи бы не справился. Но я боюсь... Я потерялась. Но я боюсь, что заставу смогли покинуть не все. Может, от тебя зависит жизнь моих собратьев. Ладно, я пойду, да? Спасибо. Это далеко? А тут чего? Изначальное земляное ядро? Что ненормально? Что тут ненормально? А, я где-то потеряла не основное задание. Вот уж я дракон слепой. Здесь? Пещера какая-то, нет? А. Или здесь с другой стороны пещера какая-то? Где-то вход? Или я правда слепой дракон? Какие? Да! А, все, увидела! Нет, это не вход в пещеру. Тут что делаете? Тебя, милость, мне кажется, мы получаем здесь достаточно данных, но Тару потрясающий эколог. Ну, и он уверен, что необходимо переходить к активным действиям. Но местная экосистема очень хрупкая, и любая неосторожность может ее испортить. Правда, из времени у нас мало, я тут соглашусь. Возможно, имеет смысл пойти ему на уступки, но не сильно. Если ты сократишь число беснующихся элементалей, то подаришь нам время и не помешаешь исследованиям. Аспекты. Так, а ты что скажешь, тебя. Эколог Тару? Спасение диких зверей. Болото переживает не лучшие времена. Болото переживает не лучшие времена, и тут и экологом быть не надо. Но из-за Исхи мы только и делаем, что копаемся в трупах здешних зверей. Хотя в первую очередь должны спасать их от смерти. Красные драконы должны защищать все живое, а не возиться с тем, что уже мертво. Я уважаю Исху и признаю его талант, но если он не перестанет тратить время на ерунду, на болотах будет уже нечего спасать. Короче, два эколога, которые не могут договориться. Бегемотики в воздухе летают. Так, а я немножечко прошляпилась тем, что истратила способность, которая восстанавливается 4 минуты. Ну, значит, пока она восстанавливается, я спасать буду бегемотиков. Надеюсь, они меня хотя бы кушать не будут после того, как я их спасу. Нет, он просто на меня падает. Так. Буйный ветер. Пожалуйста, оставьте бегемотиков в покое. Без этого живется нелегко.
А вы тут еще их воздух поднимаете, боже, бедный бегемот. Только не на меня! А-а-а! Меня, в принципе, должно шандарахнуть их падением, даже если я далеко уплыву. А вот нет, вот маленький не такой тяжелый. Он падает как-то помягче. Так, давай падай. Нет, ладно, не буду пока использовать эти способности. Так, 2 из 5. Маленький вообще? Ладно, маленький тоже бабахает. Я это ошиблась. Кстати, хороший толчок при перелетах, это удобно. Здравствуйте. Я из компании Oriflame. Я не вижу цель. А, ты уже... Что это? Объединить 10 единиц пробуждающегося воздуха в пробужденный воздух. Что тут такое? Это что такое? Ты кто? Ты что такое? А, это за испуганный краб. Я думаю, что это за штука с какой-то пимпочкой на палочке. Убаюкивание крабиков? Я убаюкиваю крабиков. Окей, мне это нравится. Это утка! Оставь утку в покое. Оставь уточку в покое, буйная вода. Точно, вы как в Пандоре, там тоже же... эти элементали были. Только я помню буйный хмель и все прочее. Беспомощный червь. Такая прикольная утятя! Все, побежала. А крабики что, за мной бегают? Что это? Это кобы? А, это трупик. Еп. А, зачем я потратила на тебя такую способность? Я вечно забываю, что она накапливающаяся, ее надо прожимать. Я не могу, мне прям интересно, что будет со мной, если я в этот водоворот попаду. Уточки? А подожди, я тоже хочу! А, понятно, все, вопросов больше нет. И главное, парить даже не получается во время всего этого. Сколько еще? 3 животных надо спасти. Ну, давай мы спасем еще 3 бегемотиков и... Нет. Это забыли, что нажимать надо. Вот, я зажимаю Alt, и теперь живой жар действует на меня как хилка. Очень удобно. Скелетик от рыбки. А если тебя водоворот толкнет, то в полет выйти не выйдет? Нет. Я только что попыталась, не получается. Не, сейчас еще. Крабик, стой! Сейчас еще раз попробуем. 19. И 20-е животное. Да, все. Где водоворот? Вон он. Так. Скажите, пожалуйста, как, в принципе, вам оформление данного прямого эфира? Я старалась. Нет, нет, вот я никак не могу. Потому что при падении я обязательно должна стукнуться. И все, и никак. Красиво. Спасибо. Я старалась, чтобы было все хорошо видно и все было прилично. Только со звуком лично проблема. А еще проблема со вторым монитором, который очень маленькое разрешение имеет. Я ничего на нем не вижу. Так. Буйная вода. А, надо было 5 того, 5 того. А это кто летает? Крокодилы? Что? Подождите, вы от скуки, буйный ветер, вы фигачите крокодилов в воздух, как летучий змей? А,
А, это так и осталось? Ну ладно. Отойди. Так, все? Нет? Кто еще? А, еще буйная вода нужна? Там какие-то камушки лежат. Так, все, крабиков. Не, крабиков я упаюкивать больше не могу. Мне нужна Макророк! Морейбой? Это типа здешний молок, что ли? Здравствуйте. Какой ты очаровательный, между прочим. Опять зажать забыл. Трудно привыкнуть, что есть способности на зажатие. Так, у меня что, нераспределенные очки талантов? Чтобы их впихнуть-то, эти очки талантов-то. Ой, мама. Так. Вот. Давай вот так вот сохранить. Я не знаю. Тут я, наверное, вообще даже особо не вчитываюсь, но... Вот что будет. А вон и вода. Да куда ты пошел? Я хотела на тебя способность красивую применить. Как оно называется? Огненное дыхание. Так, ну давай я немножко покатаюсь. Я, конечно, дракон драконом, но мне же сказали, вот тебе маунт. Крылышки должны отдыхать, а ты не катаешься. А я не катаюсь. Отстань от меня! А, кстати, на маунте я проехала мимо этого водоворота, и мне ничего не сделали. Хе-хе. Замечательно. Прикольно было бы, если бы, сидя на этом маунте, можно было бы своими же крылышками махать. И было бы прикольно. Так, два спорящих эколога. Здравствуйте. Приветствую тебя. Так, ну что-нибудь изменилось? Нет? Эколог вздыхает. Что ж, зато мы почти справились с исследованиями. Почитай. Так, а ты что скажешь? Спасение диких зверей. Вот так, теперь с болотами все в порядке, а Исха все еще занята таксидермией, то есть исследованиями. Постой, элементали продолжают наступать? Как это? Я не знаю. Что вы мне дали? Штанишки? Эти штанишки хуже тех, что у меня были. Вы чего? Как это так? Детективная экология. Я не знаю, что и делать, Айлорны. Мы старую разделались почти со всеми кадаврами и вдруг оказались в тупике. Потому что не можем решить, чья методика лучше. Но почему он совсем меня не слушает? Мы оба ужасно нервничаем. Вот и срываемся друг на друга. Я даже еще не остановился на вероятной теории. Вижу, у тебя крепкие нервы. Не поможешь нам с последними двумя горлоками? Может, одолжить у меня скальпель? Проведите вскрытие трупов! А вас не волнует? Да, вот хороший вопрос. Тебя не волнует, что на заставу напали? Застава драконьего сердца? Ба! Построят еще одну, да хоть 10. Ну, понятно. Даже спрашивать нет смысла. Кого вы хотите? Пожалуйста, драконья попа, вы можете как-то подвинуться? Так, и что вы от меня хотите? Так. Просто скелетики остались. Так, и чего теперь? Что вы от меня хотите? А-а-а! Вскрытие, конечно, чего только тут не сделаешь. Это из-за войны горлоков болота прошли в упадок. Экологу Исхи, кажется, стало стыдно. Теперь понятно. Во имя народа. Валда, это выход. Я рад, что Тару наконец меня понял, но все равно я должен сказать ему спасибо, что он отправил тебя спасать животных, пока я даром терял время. Их положение немного хуже, чем мы оценивали. Хорошо, что он не стал сидеть сложа руки. Судя по нашим данным, этот природный обстрел так и будет продолжаться, пока мы не остановим горлоков.
На месте Тару с его практическим мышлением я бы начал сразу с их вожаков. Если их станет некому объединять, горлоки растеряют боевой пыл и больше не будут угрожать болотам. Так а ты что скажешь, не прячься в панцире? Зря я не поверил Исхе, когда он утверждал, что тут все не так просто. Он всегда на два шага впереди меня, потому я и беру его в напарники. Помоги мне искупить вину. Перейдя к действиям, конечно же, его стихии разбушевались от ракушек. Почему бы тебе не пойти в лагерь горлоков и не вырвать их прямо из мерзких скользких лап? Принеси сюда по груди ракушек ветра и воды. Еще и разные ракушки! Ракушки ветра, ракушки воды! Это как вообще? Так, господа, я для начала свалю от вас. Мне надо исправить ситуацию. Вот здесь. Тут, видимо, пещера все-таки с этой стороны. Бабахну здесь. Вот нам, мне туда? Отстань. Кыш, от меня. Брысь. Блин. Или сюда? Нет, тут все завалено. Ни сокровищ, ничего. Значит, мне вот в этот проход... Что мне нужно? Изначальное земляное ядро. Так. Я полагаю, мне туда, пока они заняты, я могу тихонько пройти мимо. Какие красивые элементали. Вы ж меня не тронете. Мне приятно, что даже в пещере можно... Игрок по имени Слукер. Ты убил моего барона. Мне теперь придется его ждать. Кстати, как сидят драконы? Тихо. А тут... О, как это все интересненько. Это... Плюх! Сидит так смешно. Классно. А какие еще эмоции? У меня нет цели. Если я подойду, ты возродишься? Нет? А если я рыкну от всей души? Нет? Кто там с кем дерется? Ладно. Ну-ка. Не сбивай. Отойди от меня. Еще дальше. Кто-то же. А ты почему меня напал? Кто-то я? Ты почему меня напал? Тебя призвал вожак? Почему вы такие злые? О, меня хилит, оказывается. А я думаю, что это за цветок, который у меня. Давай. Крепкий, барон. Давай, спать. Нет, ты... Ой, как я не люблю, когда на меня падают. Что ты от меня? Ты ходил мирно. Это кто? Это какой-то уже ДК бегает? Это ДК? ДК. Он все смотрит. Мне нужна цель. Да откуда вы взялись? Этот чувак, что ли, всех решил собрать? Надо было раньше. Ну ладно. Просто иди и никого не трогай. Я просто гуляю. Прохожу мимо. Не трогайте меня, пожалуйста. Так. Все? Это задание где? А, здесь его сдать надо. Я, видимо, как-то забыла, что надо вот это ядро у барона вырвать. И наверняка сейчас еще несколько заданий накинут мне за это. Угу, грунт. Привет! Так, работа кипит. Сначала я сделаю большой шлем. Нет, молот. Нет, большой молот.
Грум широко раскрывает глаза, когда вы отдаете ему ядра стихий. Невероятно, это лучший день в моей жизни. Удачи. Я изготовлю столько молотов, что это открывает сокровища и сумок разведчиков экспедиции. Как жизнь? Обучи меня горному делу. Я не знаю, кого сделать этого из трактира. В какую... Не трактир, кто я? Трактир. В какое русло его направить? Понятия не имею, кем его делать. Ты что такое? Хозяйственные товары? Кузнец. Где кузнец? Снятие шкур. Кожевничество. Где кузнец? Хорошо, скажу по-другому. Мне нужна починка. Чем могу помочь? Это кузнечное дело. Это не подходит. А там что? Эти что-то... эти статуи чинят. Археолог? А у археолога можно что-то купить? Что у тебя можно купить? Смотри, выбирай. Что у тебя есть на продажу? Что это? Расставить исследовательское оборудование и сделать вид, что вы заняты делом. А это игрушка, нет? Становится персональным при получении. Слушайте, я никогда не видела этой штуки, поэтому я попробую. Мне просто интересно. Это вообще как? Это вообще что? Это просто такая штука. Ладно, ладно. Восстановление 30 минут и продажа 10 монеток серебряных. Ну и ладно. Я хотела починку найти. Вот! Босс, могу. Починочку мне, пожалуйста. Сколько всего на продажу? Продажа. Верни! Поспешила, людей насмешила. Так, это все остается? Это все остается. Да. Все остальное мы просто собираем в течение всей игры. Так, ну и возвращаемся обратно к нашим драконам. В полете. Да. Вот к этим галлокам. Так вот это вот и есть. Отстаньте от дракона. Ты еще живой? Какой живучий, а? Припасы дает. А это не те припасы, о которых я подумала. Так, ракушки. Где еще есть ракушки? Это что полетел? Это дракон полетел. Здравствуйте. У тебя есть ракушка? Она мне нужна. Да. Вот ракушки, неплохо. Хуэнвейс цветок. Тут что-то бульбанет. Это прыг. Тут. Ой. Какие зверушки. Ходи туда-сюда. Какие. Кто ты? Луциан. Красиво. Очень красиво. Мне прям нравится. Так. Метрожабр небобой. Небобой, смешно. Тут не надо. Что? Отстань. Нет. Не попадешь по мне. Потрепанная ткань. И все-таки надо подумать, кого, в какую русло направить этого персонажа. Кого качать-то, пока я далеко не ушла. А то вот растения здесь всякие растут, не только. Надо будет определиться. Почитаю. Еще бы маунтов за что-нибудь получить. Фиолетовый!
Объясни, это какой? Отстань. Такой красивый, но мне приходится тебя убивать. Мне приходится тебя бить. Это несправедливо. А, все, я собрала? А, это только воздушный. Ой, какая красивая деревня с ракушечками. Тут красиво, как будто русалочки тут. А, русалочка! Как будто русалочки тут живут, я передумала. Такая красивая способность с этими блестящими крыльями. Ты кто? Призрачный тайфун? Кто? А? Кто ты? Уирглгурлгл. Язык сломаю с их именами. Куда ты меня? Не дамся. Все, спать. Ой, неплохо так собирается с ним. У меня что-то... Ну-ка. Не, мне... Ты не туда, мне вот в эту надо. Ну-ка. А вот, кстати, если в полете вот в эти ураганчики попадать, то... Я могу глайд использовать, но не до конца. Так, теперь морских надо. Что, еще какое-то задание? Ты кто такой? О, ты уточка! Так, иди от меня со своим крабом. Надоел, мокрород. Кто? Мокрород, надо же, мне не показалось. Ты кто такой, прелесть? Утенок в пузыре. Утенок, не переставая, мечется в пузыре, в ужасе крякая. Может быть, экологи смогут ему помочь? Окей. Ты маленький утенок. Так, а вот ракушки. Сколько? 4 из 15? 5 из 15. Ой, надо же, закрытый домик. Обычно все двери открыты везде. Отлично. Угу. Я... А, ты куда? Стой! Это... А, я-то куда? Та-та-та-та. Ай, ладно. Смотрите, воздух и вода дерутся. Я слишком далеко. А, то есть NPC мобов тоже затягивает? Я же отошла. Нет, 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 нет. Тут смотри под ноги, смотри по сторонам, просто смотри куда-нибудь. Что это? Это крабики? Запиксельные какие-то крабики и рыба? Это что такое? Я это...
сохраню. А как это? Зачем это? Чё только не найдешь. О! Ты мне ракушку на голову нацепил? Наглый. Давай-ка поджарься немножко. Какой живучий, а, товарищ. Ай, да... Пугаешь, вообще-то. Это когда-нибудь закончится? Я прошла 7 кругов ада, нет! Еще бы немного, и попала бы в еще один круг. Тихо. 10. Ёлки, я надеялась, я уже все собрала. Способности я еще не поняла, что они означают, но как-то на манекен пойти тренироваться. Когда спустя 10 лет понял, для чего созданы манекены. Нужно подойти поближе. Да сейчас подойдем. Ох, как это красиво все выглядит. Да ладно, еще один. О, погонщик капля. Тихо, а тихо. Тихо. Ты какой неугомонный. Все, все, наконец-то. Так, в какую сторону мне топать? А, в ту. Я могу об этом пожалеть, конечно, но это будет потом. А пока что я просто быстро до них долетела. Из Хасвен, ты на этого малыша, Айлорн, ты думаешь, с нами этому мутёнку будет безопаснее? Похоже, ему здесь нравится. Как тебе назвать малютка? Таро, ты не можешь его оставить. Ластень. Его зовут Ластень. Тебя уже назвали, что ли, утёнок? Нет, утёнок в пузыре пока что. Острова. Так, кувалда — это выход. Спасите бегемотов. Прогресс в достижении. Это научит их уму-разуму. Мы присмотрим за Ластенем. Скажи, если вдруг найдешь других потерявшихся утят. А почему в пузыре? Спасённый утёнок Ластень. Ластень. Он летает? Он летает в пузыре с водой. Он же утка, он же может дышать кислородом. Почему он в воде? Я понимаю, у меня есть питомцы, которые... Моделька? Моделька чего? А я не вижу пока что. У меня еще вот эти кролики прикалывают. И ушастые такие. Как будто белки. Так, далее. Это сокровище не дает мне покоя. Но я до него пока не долечу. Так, что со заставой? Птички еще какие-то летают. А, это гора там на заднем фоне. Я подумала, что-то наподобие очередного Долорана. Так. Какие вы странные. Вы как будто перенакаченные тролли, но при этом как будто и не они. Как вы выглядите поближе? Что-то среднее между этими культирацией. Они действительно троллями. Нет! Ненавижу, когда на меня падают. Так, что мне еще надо? Скулящий дракончик?
Ты где? Какой малютка! Беги, малыш. Не достаю. Я пока тут вернусь с большим вредным дяденькой. Правильно ли я способности использую? Ну, если даже неправильно, потом научусь. Кто там, маг колдует? Да, действительно. Я слишком далеко. Так, кто тут еще дракончик есть? Нет? Маленький голем. Крошащиеся камни. Это ты так пищишь, или это где-то дракончик засел? Кто? Еще один такой красненький? Интересно, вот тут все живете. Не падай. Спасите дракончиков. Один из четырех? Я помогла. Дракончик. Дракончик. Тут должен быть дракончик, но по-любому. Вот здесь он должен был бы быть. Это, наверное, что-то похожее на яйца, нет? На остатки яиц. Скорлупа. Подъем на второй этаж. А я нашла. Я заметила. Вот ты где, малыш. Почему я такой маленький, такой гладенький, такой той? Можно мне такого плюшевого? Так, тут ничего, тут камни, открывающие порталы. На второй этаж больше, точнее, на третий не подняться. Ищем дальше. Что это? Это люстра такая? Интересно как. Вот в каждых локациях нового дополнения Вова какие-то интересные маленькие детали иногда бывают. И вот изучать все это очень классно. Хотя я могу точно сказать, соскучилась по Дренору. Именно по сюжетке Дренора. У меня там какие-то персонажи, конечно, есть. Но! Я ответственна, клянусь, что вначале я прохожу только Dragonflight. Как только я дохожу его до конца, до следующего какого-то там обновления в продолжении сюжета, до этого момента, пока я не выполню все задания, все, что есть, сюжетные, ну, может быть, кроме подземелий, я качаю Dragonflight. Это ответственное заявление просто. Дракошик! А тебя тут не было, по-моему. Я не могу, такие лапушки. Я поняла. Они отображаются, эти малыши, на карте. Вот эти желтые точки, это были малыши. Но из-за того, что на них нажимают еще другие игроки, они сбрасываются. И нужно ждать, когда они зареспаунятся вновь. Ты игрока, что ли, любил? Или ты просто тут стоял, дубасил тело дракона? Мне нравятся звуки накапливания этих атакующих. Не падай на меня! Почему они так любят делать, чтобы враг при победе, при поражении падал прямо на меня? Отстань! Дракошек! Малыш! Стой! Я с
смогу. О! Ха! Выкуси. Хотя бы что-то я смогла использовать. Осадная аркбаллиста. Я подумала, что у нее тут что-то плавится. Интересно. Сундук. Но не, меня дальше все равно наверняка в эту же область и отправят. Какой толк мне сейчас там забирать сундук, специально туда тащиться? Если, ну вот она одна дорога. Ну да, одна. Ну туда и так идти. А, какие кони! А! Так, превосходно. Отдыхать пока рано, но мне гораздо спокойнее знать, что они спасены. Спасибо. Одет Сендрик сообщила, что мажордом нам поможет. Слава хранительница жизни, это даст нам передышку, чтобы доставить раненых комнатам жизни для исцеления. Я был бы рад помочь Селистре в бою, но мне необходимо оставаться с ранеными, а ты отправляйся во вражескую крепость. Если бы существовал другой способ справиться с Джародинами, мы бы воспользовались бы им. Но, увы, сделай то, что должно быть сделано. Сохранительница жизни. Все готово к отправлению. Постой, кадет. Ты займешься другой важной задачей. Я прослежу, чтобы все получилось. Пусть даже ценой своей жизни. Спокойно, дитя. Для борьбы с древними противниками понадобятся наши самые опытные воины. Отправляйся в сад хранительницы жизни и созови драконидов комутом жизни. О как. Будет исполнено, командир Летанак. То есть это еще дитя малое, а ты уже взрослый? А мне куда? Не с вами? А, вы и так испарились. Ну не могу я пройти мимо сундука. Где ты? Эть. Крылатый змей? Блуждающий прорыв? Вы тут... Вам... Ничего себе, сколько тут, кого тут только нет. Драконья душа. Кубок. Золотой драконий кубок. Тайник с припасами драконов островов. Золотой драконий кубок. Игрушка. Вы показываете всем ваше богатство, оставляя след из сокровищ. А подождите, а можно это как-то добавить в избранное кубок? Я хочу сейчас это попробовать. И здесь даже крылатые змеи. Надо же. Так, стоп, игрушку. А сколько она действует? Она восстанавливается 30 секунд. А действует-то она сколько? 3 секунды? Это было... Почему так мало? Я пока не могу это использовать. Так, что тут по одежке? Пока ничего. Так, в итоге мне надо куда? В крепость врага! Ой, ты злой, оказывается! Тихо. Правосудие для дополнительной задачи. Я так и думала, что просто так меня туда никто не пропустит. Атакуйте лагерь. Кто, мамонт? Это мамонт? Мамонт из магмы?
Как хорошо, что я не смотрела спойлеры. Очень хорошо. Тут столько разных интересных существ, я никого из них не видела. Ой, два. Справлюсь я с двумя? Я думаю. Ой, ты так тихо меня засасывает. Фух, я теперь понимаю, зачем можно использовать эту способность, чтобы выбраться. Дикая ткань, пробуждающаяся земля. И я только 30% сделала. Матерый мамонт. Я, пожалуй, рисковать не буду на него идти. Хотя очень хочется. Но я, кажется, еще ни разу не прощалась с жизнью. Это для меня очень хороший пунктик. Кто ты? Все. Нападай. Так, на двоих я нападать почему-то не хочу. А мне же куда? В самый центр? Мне в самый центр надо топать. Не достаю. Ну-ка. Я что-то как-то странно сейчас все прожимала, ну да ладно. Мне эти драконьи острова, я только начала по ним бегать, а мне они уже напоминают... Дрено, Запределье и что-то еще. Но в основном Запределье и Дрено. Как бы, я знаю, что это одно и то же, только в разных временных линий. Но что-то есть. Я слишком что-то далеко. Именно от Дренора, что-то от Запределья разрушенного. А что-то вечно, к примеру, Даша, которая забывает нажимать правильные способности. Цель. Цветочек хороший. Восстанавливается всего 30 секунд, а столько помогает. Мне туда наверх? Мы захватили эту башню для наших предводителей. Отправляйся к ним. А внизу кто? Обычный моб? Голова. Здравствуйте. Драконы не любят, когда их бьют. И когда на них падают. Ну ладно, я успею. О, уже 70%. Я все равно добью, когда возьму задание. Это достижение? Нет, нет. О! Гневион. И... Селеста. Подождите, но я сейчас видела что-то очень знакомое. Ты что-то... Отойди от меня!
Вали в тапок! Я впервые реально испугалась паука в Вове. Вали в тапок. Ты чё такой страшный? Вау. Реально вау. Но дракошки... Вот даже я не знаю. Нет, они мне не... Они не внушают такой мощи и такого ужаса, как старые модельки аспектов. Старые большие драконы. Какие-то они щупленькие. Не, я не спорю, Гневион вообще бесподобен. Красивый такой весь из себя, но... Что-то как-то нет. Как же тепло на сердце от таких приятных новостей о заставе драконьего сердца в столь тяжелое время. Пострадавшие будут в безопасности в омуте жизни. А у омутов жизни даже Джародины не посмеют бросить вызов самой королеве Алекстразе. Так, никакой праздника. Черные драконы вернут свое доброе имя. А, точно, я видела, как главарь этих великанов возвращался после удачного налета. Сейчас она празднует победу деда в лагере. Досадно будет, если кто-то испортит ей все торжество. Когда они увидели меня и Селистру в вышине, их оборона дала трещину. Мои друзья из Черного Когтя следят за всем, что происходит в крепости. Встреться с ними и дай им знать, что ты на нашей стороне. Они поделятся ценной информацией о противнике. Не теряй. Мы отвлечем и заставим их смотреть наверх. Обеспечим тебе прикрытие. Когда закончишь с текущими делами, встретимся на передовой. Угу. Хорошо. Вот желтый мне меньше всех нравится. Запуталась в кнопках. Так. Я правильно вообще иду? Да, правильно. Похоже на правду. Уважайся. Надо потом изучить, как правильно драться за этих драконов, чтобы было и комфортно, и мощно. А то пока я не понимаю. Здрасте. А почему вы такой большой? Я не пойду. Ты так далеко стоишь? Ты еще можно использовать против него? Не будет ничего. Кстати, все способности, которые у меня есть. Обсидиановая чешуя. Магический источник? Что это такое? Впервые вижу. What? Чего? Я долго буду изучать все эти способности. Я их просто все понатыкаю в битве. А когда будет время, начну уже детально изучать, что кто, что, как может. Когтеловщица. Подходи. Давай. Что удалось насчет врагов? Красные драконы не были готовы к нападению. Так. Похоже, Джародины мечтают о битве посерьезней. Какой? А, это все? Я что-то сделала?
это было очень красиво, я ничего не поняла, но я выполнила задание. Я думаю, на этом можно и успокоиться. Да. Я, кстати, постоянно бегаю здесь драконом. Не знаю, зачем мне вообще дали этот облик человека. Я что, еще не все? А куда мне идти-то? А там другая дорога была, да? Ну, повернула я не туда, но бывает. Птички эти летают. У меня, кстати, есть такая птичка, только дрейнорская. Из этого делюкса. Второе место в Вове, которое я ненавижу, потому что тут висят драконьи головы. И не только головы. Первое находится около Хиджала. Давно не виделись. Так, что удалось узнать? Джародины считают, что честно отвоевали заставу у своих древних врагов. Они уже планируют новый набег. А затем еще один. И еще. И, судя по всему, это только начало. О, как интересно. Птички. Фениксы тут есть, надо же. Так, а где еще один? Туда! Нет, вот нет, туда? Еще мамонты? Почему мамонты? Мамонты ассоциируются с холодом. Боже мой. Кошмар какой. У меня реально такие же эмоции вызывает. Я даже скажу, что. Найду. Так, где-то. Ёлки, я уже и не помню, где я забыл. Нет, это не около Хиджала. Сумеречное Нагорье. Где-то вот здесь. Или вот здесь. Есть что-то похожее. Я защищаю. Так, что удалось тебе узнать? Это их мясорубка. Отличный лидер. А после победы на заставе популярность у нее только прибавилась. Воины ее обожают. Если не вмешаться, она доставит нам кучу хлопот. Желаю удачи. Спасибо. Здравствуйте. Что ты творишь? Я как-то все понатыкаю, она такая большая. Это с учетом того, что я, по-моему, еще выросла. На первый взгляд, эти записи похожи на внутреннюю переписку между лагерями Джародинов. Особенно вас настораживают слова «Обсидиановая цитадель». Гневион наверняка и заинтересуется этими посланиями. Я даже не сомневаюсь. Что? Джародиновское боевое снаряжение? Мамонтёнок спит. Магмонтёнок. Боже, что... Тихо. Я не хочу просто так. Это феникс лавовый. Ему вообще было бы по-хорошему все равно на то, что я на него огнем дышу. Не наверх, туда же надо, да?
Ну, пойдем посмотрим. Куда дальше надо? Сводка драконьих островов. Второй уровень. Всего второй уровень. Нужно подойти поближе. Так, что мне давало? Драконья экспедиция. Вы отправились на поиски приключений. Второй уровень. Позволяет находить на драконьих островах сумки разведчиков экспедиции, чтобы узнать больше, поговорите с первопроходцем Джебом в лагере драконьей экспедиции. Так, третий уровень пока недоступен. Мы только начали. Так. Я тебя жду. Обсидиановая цитадель. Обожаю разглядывать мысли. Я обожаю заглядывать в мысли врагов. Помогает навести роковой удар. Посмотрим. Обсидиановая цитадель. Нет. Нет. Никакого разника. Джародина готова просто завалить нас трупами, но может этот удар хоть ненадолго их остановит. Отлично сработано, дружище. Так. У меня посох оружие. Радоваться нечему, что и говорит, но зато еще один повод бороться до конца. Черные драконы хотят захватить обсидиановую цитадель. Оплот власти черных драконов. Не бывать этому. Прояви терпение, Гневион. Ты такой маленький, ты так топаешь. Терпение — это роскошь. Я позволю его себе лишь тогда, когда мы прогоним джародинов из моего дома. Мы держим в узде сильных, чтобы защитить слабых. Так, почему Джародин ненавидит драконов? Ненависть — сильное слово. Мы, красные драконы, не питаем ненависти к Джародинам. Я думаю, что это взаимно. Они жаждут честных битв, а драконы — самые сильные противники. Мы сражаемся с ними, чтобы они не разоряли наши земли. Их смерти не приносят нам радости. Я буду ждать тебя. Опа, щупальных бойцов. Командир Летанак проницателен. Как всегда, чтобы сдержать угрозу, нам понадобятся наши самые опытные бойцы. Объединить их — подходящая задача для молодого кадета, такого как Сендракс. Но ей наверняка понадобится поддержка. Сендракс отправится на запад, а эти земли наверняка уже охватила растущая угроза. Их обитателям тоже понадобится помощь. Возьми эту смесь и сделай то, что в твоих силах. Помоги раненым. Да хранит тебя. Ты меня доведешь? Что тебе нужно? Нет. Ну ладно. Так. А, нам туда? Я прям отсюда полечу. Blizzard, за что вы делаете такие душещипательные локации именно с драконами? Мне плакать хочется. Тихо. Тихо. Там пауки сидят, я к ним не хочу. Вместе с улитками. А интересно, если Ахилка их исцелю, это сработает? Это сработает. Что это? Цветок фиолетовый? Это что-то есть тут. Семя добавляет инфериальные семена в ваши припасы драконьих островов. Что с ним делать? Надо нажать на него? А, оно сразу автоматически поражалось куда-то. Исцелите раненых, ладно. Да, все за безопасности. Так, идем дальше. А там жабка сидит. Много интересных существ новых. Они, конечно, все похожи, но все равно интересны. Элементали опять. Я столько лет присматриваю за элементалями лавы, но впервые вижу их в таком настроении. Мы еле-еле удерживаем их в пещере. У тебя есть свободная минутка? Сократи число элементалей, а мы проследим, чтобы они не вырывались наружу. Возьми с собой поманного элементалия воды. Я всегда ношу с собой несколько таких, когда приходится иметь дело с элементалями лавы. Природные враги — отличный способ отвлечь внимание. А эти были, значит, не в счет? Или... А, это процентное соотношение. А как мне его использовать? Вот так?
Хоп. Какие буйные. Так, ну с маленькими, кстати, попроще будет. Они, конечно, мало процента дают. Но бьют, кстати, больно. Ничего интересного. О, уже 52. Я слишком далеко. Так, давайте побьем. Красивый какой. Что такого не будет? Молись и отдыхай. Тоже ничего интересного. 72 уже процент. Давай куда? Поближе. Что значит подойти поближе? Я так недалеко стояла. Видно, вот такие бы. Все? Все, задание выполнено. Здесь, по крайней мере. Не получилось на камушек залезть. Ау. Мы вернулись. Так, что? Что? 62-й? Ого, как быстро. Доступно новое очко талантов. Я попозже почитаю, может. Я пока там ничего не понимаю во всей этой системе. Небо чистое, драконы не летают. Я думала, что они тут летать будут. Аспекты оберегают тебя. Да, спасибо. За аспектов. А там жизнь за хранительницу жизни. Но все-таки живи, пожалуйста, подольше, дракон. Так, и чего? Встреться с Сендраксу заставой сада. Ну давай, пойдем. Да знаю я, что у меня очки остались. Я их попозже все распределю. Этот 61-й у него дракон. Ищешь того юного кадета, Сендракс, она еще не... Чего она еще не вернулась? Пронеслась тут как ураган. Мне нравится ее рвение. Кадет Сендракс была здесь не так давно. Она передала приказ командира Летанака всем драконидам собраться у омута в жизни. Наши защитники сразу же выдвинулись в ту сторону. Правда, разведчики в это время патрулировали древние руины, поэтому она отправилась туда, чтобы оповестить и их. Ты знаешь, своим рвением кадет Сендракс подает большие надежды. Да, но как бы... Если они оправдаются, она возглавит собственный отряд. Да, но как бы не попасть со всем этим в беду с ее рвением. Что там за холмом? Вообще, чё я тут это прыгаю? У меня конь есть. Извиняюсь, Ворквин. Красивейшее создание. Очень красиво. Сюда! Только тихо. Ладно, а ты где? Мы должны спасти яйца. Что здесь происходит? Я. О, мультик! Смотри. Наша засада удалась. У нас достаточно яиц. Можно начинать. Пора насытить их силой стихий. Очистимся от остатков порядка. Шевелитесь, чужаки высадились на берегу. Они не должны помешать нам.
Кто? И почему тут кто-то кроме драконов? Ничего себе. Этот выводок наше будущее. В архивах не было никаких упоминаний о войнах стихий, ворующих драконьи яйца. Дело плохо, очень плохо. Спасение детенышей. Все, что сейчас важно. Вот мое призвание. Так, ну что ж, ребята, я предлагаю на этом закончить и продолжить в следующий раз. Спасибо, что оставались со мной. Надеюсь, вам понравилось данное приключение, потому что мне оно очень сильно нравится. Будем продолжать. В итоге нас сколько? 2 месяца, чтобы пройти все до максимального конца. Я надеюсь, мне хватит времени. Я дойду и смогу даже покачать других персонажей, кроме этого. Ну, а на этом все. Я буду с вами прощаться. Не забывайте чинить доспехи, распределять навыки, а также наслаждаться игрой. Если что, я могу помочь.